Здравствуйте, товарищи. Мы проходим игру Alien Shooter Tower Defense. Значит, одна карта осталась, чтобы закрыть пятый сектор на сложном уровне. Значит, все войска, которые имеют смысл раскачивать, раскачаны. Ну, по сути, кроме тяжелых и автоматчиков, которые здесь штурмовики называются, потому что смысла в них нет. Значит, по оружию у легких энергетических нужно найти вот такую пушку фиолетовую, ее раскачать. И у наших криомантов нужно тактические войска, которые нужно найти нормальный хладомет и также его раскачать. Мы пока вот с таким хладометом ходим. Это желтенький. Кстати, давайте его улучшим. У нас вроде ресурсы есть. И вряд ли, я думаю, улучшение здесь будет дорогое. Так, это мы можем себе позволить. Единственное, по деньгам. Да, деньги есть. Все, давайте раскачаем его тоже. Вот, кстати, хладометы, в принципе, очень редко выпадают. Ну ладно. Будет он чуть получше, чем был. Здесь прокачано, получается, урон и урон по броне не тронутый, но от них толку нет. Не в этом смысл этого оружия. А вот дальность, время заморозки и мощность заморозки, да, это вот максимально важные вещи. Так, поехали. Значит, уровень 25. Сложность нормально. Вперед. Кстати, мы сейчас... Кстати, давайте мы посмотрим, можно ли нормальную сложность в принципе-то пропустить. И сразу на тяжелом бомбить. Тоже интересный момент. Так, здесь протмонстры. Так, а вот сюда. Вход на базу 1. Ну, тут получается, вот здесь, вот по этим стрелочкам, здесь будут летающие. А здесь они... А те, кто идут пешком, у них здесь длинный путь в обход. Получается. Так, хладомет тут будет доставать. Давайте поставим. Давайте вот так начнем. Блять, я нажал туда. Так, минуточку. Блин, я думал, я здесь все в снайперах у меня.
А я тут этих понаставил энергетических за каким-то хером.
А, нет, на нормальные не зачли. Ладно, давайте тогда... Нет, не экспертный режим, а на норме. Так, одного криоманта здесь хватало. Thank you.
Хорошо. Так и живем. Да ёб нажми ты, блядь, разрабы, ёб вашу мать. Какого хера у вас кнопки нельзя нажать? Тыкаю, блядь, по 200 раз в одну кнопку. Да ёбаный нассал. Так, минуточку. Появилось бабло на еще один сундук. Опять куча ненужного говна.
Так, минуточку, новое. Какого хера оно новое? Когда оно не новое было ни разу. Херня, что у меня делает? В принципе. Поехали дальше. Thank you.
Хорошо. Хорошо, блядь.
Ну ёб вашу мать. Неплохо. Давайте лутать. Блять, криоген вообще не выпадает никакой. А вот ну зелененький. Нахер бы он мне срался, зелененький. Да херища каких-то автоматов, блять. Реаген опять зеленый. А, во, криоген. За ебцом. Неужели это лучшая криогенная пушка в игре? Их получается вообще всего две. Так, новые две штуки. Одну мы разбираем. Здесь обе разбираем. Это разбираем. Этих две штуки разбираем. Новая в пизду. Да, ну походу это лучшее ружье в игре. Ёбаный нассал. Да блять, разрабы. Я не понимаю, в чем была проблема сделать, чтобы у вас кнопка просто нажималась, чтобы я не дрочил в нее. Как в член свой. Просто, блять, механизм нажатия кнопки, ёбаный в рот. Я не понимаю, в чем проблема ваша была. Так, вот он, пиздатый криоген. Он подешевше, во-первых, а по этому параметру одинаковые. Но, возможно, это из-за улучшений. Дайте улучшать. А здесь и корона у нас будет, и корона по броне, и ко всему. Только денег нету, да? Две штуки надо. А мы сейчас вот этот снимем. Этот экипируем. Этот разобьем. Нихуя себе, много денег. Много денег мы получим. 198. Мощность заморовки скип... Ой, блядь. 84%. Это уже дело. Это уже прям дело. Можно этот чуть улучшить. Огнемет. Но огнеметом мы не пользуемся все равно. Да ебаный нассал.
Да, блядь, нажми ты кнопку, блядь. Да, снайперка. Вот такая тоже бы не помешала. Так, а что у нас тут? Не улучшена она, да? А, ну тут требования маленькие, кстати. Можно улучшить промежуточную нашу снайперку. Так, и ждем вот такую фиолетовую. Даже нахуй разобрать. Так, у нас мотылек фиолетовый. И такой из фиолетовый. Можно их как промежуточные поставить. Кстати сказать. Так, ну-ка, минуточку улучшить. Нужен 21 косарь. Ну, о-о. Хотя, с другой стороны, я не вижу смысла начинать с этого оружия вообще. Вообще вот так вот. Надо их ставить, когда уже ресурсы есть, и чтобы они сразу начинали бомбить. Минут 400, разве он так дорого стоит? 400. Базовый плюс 3. Он будет 700, 735 у меня стоить. А так стоил 400, 536. Блять, неужели в натуре он столько стоил? Ладно. Дайте выживалку третьего уровня. Сектор третий. Лучшее время 18 минут. Так, монстры... Пруд с трех точек. На базу выход один, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Блять. Ладно, на старт, там разберемся. Нет, он 400 стоит.
Дробовик хорошо отталкивает их. Правда, если они прорвутся, все-таки он им будет в жопу стрелять, наоборот, подталкивать начнет. И остается вопрос, работает ли этот чувак за четверых у нас? По идее, должен работать, учитывая, что у него дамаг по площади идет. Хотя все равно не знаю, если поставить заморозка-дробовик, чтобы их сдерживать и отталкивать, и двоих обычных лучевых. Вопрос, что будет эффективней. Если вот как здесь, вот этот чувак и рядышком замораживатель, то здесь, возможно, это имеет смысл. Ну вот, с другой стороны, четверо стоят. Держит. Но да, они там держат, а он тут просто их разъебывает. Говно.
Мне может вообще похую. Даже этот не дамажит. Это уже не розовые какие-то, синие, блять, или что это? Даже самых мелких луч не берет. Но если, блядь, лучом мелких я не могу, то это пизда. Минут. Но мы улучшили. Мы улучшили. Вы входите в 500 лучших игроков. Говорят, говорят, что некоторые по двое суток держатся, блядь. Ну, что-то у меня сомнение есть, что эту толпу, которую уже ничто не дамажит, можно как-то сдержать. Это читы, может, какие-нибудь. Я не знаю, что тут тактически можно по-другому выстроить. Более эффективно. Угу, дезинтегратор. Но у нас он есть и прокачан. Снайперка там какая-то. Но в выживалке снайперка уже, по-моему, неэффективна. Ибо лучевые дамага больше выдают в единицу времени. Так, мы ищем максимально пиздатое лучевое оружие. Вот то, что нам надо для полнейшего счастья. Ну да, в принципе, эти выживалки, они же специально сделаны, чтобы рано или поздно ты просто сдох, не выдержал. Так что, по идее, с любой тактикой, с любым оружием ты рано или поздно проигрываешь. Чисто математически. Да ёбаный нассал. Так, криоген начал выпадать. Но только такой. Разного качества. Что намекает, возможно, лучше криогена нет. Может, а хоть какой-нибудь зеленый бы да выпал. Если бы он был лучше еще какой-нибудь.
Ага, так, появилось у нас новое ружье. Так, так, а, ну, у меня и было желтенькое такое. Мне интересно фиолетовое такое ружье. Все остальное не очень интересно. Так, вот такая штука нужна, прям край. Тоже не выпадает, сука. Так, ну предположим, они одинаковые. Давайте прокачаем. Триста сорок, 400. Ладно, хер с ним, пусть тут лежит. Хотя, пусть не мешается. Тогда уж. Ладно. Давайте поехали дальше. Так, помню этот уровень. Здесь не выход монстров. Здесь монстры вот сюда вот входят, отсюда выходят. То есть маршрут у них на самом деле длинный. А, вот еще вход на базу. Ебать. Да. Придется сюда ставить криоманта. Весь мой прекрасный план пошел по пизде сразу. Да пусть лучевой тут Ах-1 сдерживает.
Вот так поинтересней будет. Поехали на сложном.
Пускай. Давайте 28-й попробуем.
Так, давайте облутаемся по-всякому. Опять какая-то херня. Ружо. Если его докачать, интересно, до максимума, оно прям совсем такое же будет. Тут жалко уже, нельзя посмотреть, какие были базовые параметры без улучшений. Наверное, оно прям совсем такое же. Ладно, разберем. Да ебаный нассал. Да блять. Блять, как можно было так обосраться, чтобы у вас кнопка не нажималась нормально? Я не понимаю. Ты, по-моему, специально так хер сделаешь. Хера, таких целых две. Снова не то, что надо. Thank you.
Да. Вот эти промежуточные пушки здесь могут понадобиться при битве с последним боссом. Там, насколько я помню, ты не можешь зарабатывать очки, чтобы ставить новые войска. Тебе нужно сразу кого-то поставить, чтобы он херачил. А кого-то, это значит, только легкие энергетические там можно поставить. Такой пушки, возможно, недостаточно, и если с нее начать, то не будет очков, чтобы переключиться, например, на эту. Надо сразу будет поставить какую-нибудь из промежуточных, я думаю, вот этот или вообще даже мотылек. Поэтому надо их заранее прокачать. Прокачать. Так, все, денег нет. И вот эту херню надо найти. Но где ее, сука, найти фиолетового? Непонятно. В лутбоксах не выпадает. Ладно, товарищи, продолжим в следующий раз. На сегодня все. Спасибо за просмотр.